Рядом со мной идет обработка роторов низкого давления для производства атомной энергии, относящихся к проекту Хуалун номер один. В качестве ключевого звена паратурбинного агрегата атомной энергии во время работы он должен вращаться с высокой скоростью, достигающей 1500 оборотов в минуту. Точность обработки роторов весом более 200 тонн должна достигать 0,01 мм, что эквивалентно 1/6 толщины волоса. Харбинский турбинный завод установил 10-летний максимум по объему производимой продукции благодаря последовательному совершенствованию производства и собственным разработкам продукции. В первом квартале текущего года ожидается, что основные экономические показатели, такие как доходы, объемы производства и так далее, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличатся более чем на 50%. С этого года китайская первая корпорация тяжелого машиностроения неуклонно стремится к расширению рынка, внедрению научных инноваций, урегулированию структуры и так далее, повышая конкурентоспособность, способствует устойчивому развитию. Кроме того, предприятие непрерывно развивается в разных сферах, таких как металлургия, ядерная энергетика, нефтехимическая индустрия и новая энергия. Мы подписали ряд соглашений о ветроэнергетике, в частности, договор на поставку крупногабаритных ледяно-головочных головок, который завершится к концу июня следующего года. Что касается газов, мы положили успешное начало в первом квартале текущего года.